Мам, а ты мой коврик для спорта не видела? Да ну нафиг, чё? Ты чё, спортом занимаешься? Нет. А нафига он тогда тебе? Я его купил, чтобы загорать на нём. Не видела. Мама, где батя? В кабинете. Батя, ты не видел мой коврик для спорта? Я удивлен, сынок. Почему? Потому что ты ленивый хряк, спортом занимаешься. Батя, я не занимаюсь спортом. Тогда не понял, нафига ты этот коврик для спорта-то купил? Я его купил, чтобы загорать на нём. Вон оно что. Нет, я его не видел. Братан! Все! Ты мой коврик для спорта не видел? Нет, а что? Ничего. А ты, Валёк, кстати, не хочешь со мной на ковре самолёте полетать? Да вот делать мне нефиг. Ну как хочется. Блин, да где же он может быть-то? Стоп. А на каком это Игорёк ковре самолёте там летает? Ты офигел? Все-таки решил со мной на ковре-самолете полетать? Нет, откуда он у тебя? Тебя в комнате шкафу взял. Ты в курсе, братан, что твой ковер-самолет — это мой коврик для спорта, который я ищу? Нет. Короче, гони сюда мой коврик для спорта. Нет, я не отдам тебе ковер-самолет. На чем мне тогда загорать? Не знаю, на чем хочется, на том и загорай. Я на коврике на своем загорать хочу. А я еще хочу полетать на ковре-самолете. Так, братан, не зли меня, сейчас самое топовое время для загара, а из-за тебя я могу его просрать. Я тебе не мешаю, можешь идти загорать. Гони мой ковер. Нет, не отдам. Так все, братан, не смешно. Сы за этого. Нет, ты чего толкаешься-то? А нефиг мои вещи без спроса брать. На нем что, написано, что ли, что он твой? Братан, этот ковер лежал в моей комнате, в моем шкафу. Разве не понятно, что это моя вещь? Нет, непонятно. Поумнее был бы понятно. Сам дурак. Жоп в муке. Олег, отдай, пожалуйста, ковер самолет. Я еще не налетался на нем. Ой, братан, иди в жопу, я загорать пошел. Все, я боль снял один. Ты никогда и не был. Был, когда у меня ковер-самолет был. Ну и пофиг. Пойду в магаз и куплю себе свой собственный ковер-самолет. У меня теперь банковская карта Тинькофф Джуниор есть. Кстати, и вы можете ее завести, даже если вам нет 14 лет, по ссылке в описании под этим видео.